18 лет выпускница детского дома Мария Красникова пыталась добиться предоставления положенного ей по закону жилья. Когда-то давно его предоставили, но качество оставляло желать лучшего. Ну, я жила 18 лет в этой квартире и мучилась. Двое детей, ну, со мной там, считай, прожили уже 18 лет ребенку. Постоянно текла крыша. Грибки постоянно были, невозможно. Ходила по всем инстанциям, меня пинали везде. Ну, отшивали, мол, типа, дают квартиру, вам не нравится, вот и... Ну, не пускали меня ни Хорошавина, никуда больше. Я потом руки отпустила и больше никуда не ходила. И вот благодаря то, что наш дом под снос, приехал губернатор наш с Южно-Сахалинска, Гусев был, присутствовал при этом. И вот благодаря им я получила квартиру такую, какую я хотела. То бишь я рада вот за то, что мне дали сейчас в данный момент. И дети рады. И жалею, конечно, те моменты, что когда дети были маленькие, мы жили в ужасных условиях. Просто в ужасных. Вопрос решился практически мгновенно после личного приема у главы. Я прошла на прием к нему и все рассказала. Показала фотографии, в каких условиях я жила, все. Они, конечно, были в ужасе. Сказали вообще, что где вы раньше-то были? Я говорю, я ходила. И на приемы, но меня не записывали, не пускали никуда. Нам быстро позвонили, неделю прошла. Где-то так позвонили быстро. Мы пришли, там мужчина сказала, что я хотела бы. Ну, я ему примерно сказала, что я хочу двухкомнатную, хотя бы, ну, с балконом, как вот люблю белье на улице вешать. Все, он мне предоставил. Вячеслав Фетисов, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике городского округа, проблему Ахинки взял под собственный контроль. И решилась она буквально в считанные дни. Марина Геннадьевна, давайте вот это вот вам как раз само-то, не то, что пятый этаж, я говорю, да хоть шестой этаж, говорю. Я буду, главное, чтобы ничего не текло, не это. Ну, нравится, ничего не текло, все чистенько, все отлично просто. И вот мы пришли, и в течение буквально двух недель нам позвонили и сказали получить ключи. Сегодня у семьи Красниковых приятные хлопоты. Нужно перевести в новую квартиру все вещи, а ремонт здесь не нужен совсем. Покраска, обои, сантехника – все новое.